Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня очень интересная тема видеоурока, но она больше касается энергии ЦИ, чем того или иного заболевания. Пожалуйста, будьте внимательны, вы сейчас все поймете. Данная точка R27 Шуфу применяется всегда при одновременных болях в пальцах рук и в пальцах ног. Одновременно, мы еще говорим. С чем это связано? Это банально может быть связано с простудой. Банально. У человека блокируется так энергия, входящая в что? В наши меридианы. Помните, почки – это отец нашего организма. Понятно? Отец. И на тонком уровне, и на физическом уровне. Пожалуйста, недооцените почки. Это то, что вам передали предки. Исследуйте свой род, и вы поймете, что передали вам предки. Если они передали вам не очень хорошую сильную энергетику, вам нужно ее укреплять. Никуда вы не денетесь. Если вы не укрепите, вы будете страдать теми или иными болями, болезнями, заболеваниями. Эту блокировку нужно снимать будет человеку. И не думайте, что кто-то там пошепчет, руками там поведет, да, заклинание прочтет, все пройдет. Не-не-не. До тех пор, пока вы не отработаете свою, скажем так, судьбу, ничего, не ждите там, скажем так, улучшения в своей карме. Может точно так же боль в руках, то есть в пальцах руки и стопы одновременно быть как выход энергии ЦИ. Вот и все. Она должна выйти. Ну, конечно, любая выход, он болезненный. Человек может что? Чувствовать огромную боль, дискомфорт, выкручивание пальцев. Такое впечатление. Но здесь мы дадим сразу подсказку. Пожалуйста, наблюдайте, куда выкручивают. Внаружи боль, либо снаружи к вам. Выходит энергия с вас, либо заходит. Вот здесь, пожалуйста, уважаемый зритель, будьте наблюдательны. Это очень важно. Почему? Потому что энергия вышла, вы скажете, вы знаете, выкручивала наружу. Снутри, снаружи. Вот, вы знаете, после этого стало легче. Вот так вот энергия может выходить, и ничему с вами не сделаем. Ну и, конечно же, любая боль в пальцах, стопы и кисти одновременно может говорить человеку о том, что он не следит за своим здоровьем, и к него заходит больше физической, грубой энергии, вследствие чего эта грубая энергия вселится потом в человека и будет человеком управлять. Человеку нужно что? Не дать вселиться этой энергии. И эту блокировку поможет нам снять точка R27 Шуфу. Понятно, да? Помните название точки? Мастерская согласия. У хорошего мастера, профессионала, в его мастерской есть все. Понимаете, все есть, любой инструмент. Нужно только этот инструмент, что взять и применить по назначению. А не взять плоскогубцы и там, ну, я не знаю для чего. Давай что-нибудь поломаем. Нет, мастерская, там любой инструмент, он нужен. Особенно придите к человеку, который любит свое дело, ремесленнику. Вы найдете в его мастерской все, все что угодно. Вот в этой точке вы точно так же можете что найти. Любое приспособление, вот, которое поможет вам в блокировке той или иной энергии, которая хочет зайти в наш организм через кончики пальцев, стопы, вот, и руки, и попытается навредить нашему организму. Данную точку нужно что? Тонизировать. Спасибо за внимание.